Стан замедления, стан замедления. И очень трудно Урсе будет добегать. Ну, если тут БКБ — это must have сейчас для команды Virtus.pro. Ну да, либо БКБ, либо же все-таки надеяться на этого самого Omni-Knight'а. Ну что, Crystal Maiden для ВП. И, соответственно, у нас герой для No One'а, герой с дальним боем, должен появляться. И Enigma в ответ от Na'Vi. Самый черный Black Hole. Я не видел, если честно, Enigma в исполнении Natus Winter еще ни разу. Очень, конечно, сильная комбинация получается, но надо надеяться будет, собственно, на эти ультимейты. Это Enigma, которая пойдет в оффлейн. Это Enigma для генерала. Да, Enigma для генерала. Магнус — это для Дэнди. И остается персонаж, собственно, для Пайката. Ну, по всей видимости, это какой-то там брейкинг, тот же самый, который под бафом Огра и Магнуса становится очень опасным. Выжигать ману ему здесь может разве что Урса, если будут собраны диффуза, и это можно претерпевать. Да, диффуза все-таки это не то, что надо. Диффуза не так много маны выжигает, и у ВК зачастую бывают либо барабаны, либо там какие-то стики, сабли, что-то такое, что дает дополнительный интеллект. А зачастую бывает 25 уровень. И он просто говорит, ребята, да мне, в принципе, без разницы. Ну, в принципе, так оно и есть. Ну и на 25-м, мне кажется, все-таки, если против тебя не играет там какой-нибудь Phantom Lancer с диффузами, антимаг, ОД, то можно даже не брать эту. Безусловно, безусловно. Там уже обычно и по статам ты неплохо поднимаешься, и можешь спокойно станами разбрасываться. Но рисковать Na'Vi не стали, и под бафами будет бегать и без того противный Сларк. Да, Сларк, конечно, здесь будет очень больно бить. Я вот не вижу, чем сбивать Enigma Black Hole. Телекинез Рубика и колба Crystal Maiden. Ну, не знаю. Вы что, спылы не видите, Михаил? Как по мне, это не то, что надо. Смотри, и... видишь, Enigma кастует Black Hole. Бежишь в Black Hole с надеждой, что дотянешься телекинезом. И тоже начинаешь на карусели кататься. Ну, это, кстати, эту карусель может сам Рубик сделать. А вот это уже куда более неприятный момент для самих Na'Vi, если они Рубика перед этим не убьют. После удачного файта, допустим, для Na'Vi могут ответить Virtus.pro. Да, тут еще и РП Магнуса можно взять, Black Hole Enigma. Ну, лишь Рака что угодно забирайте. То есть здесь очень много ультимейтов, которые можно своровать. Да, очень, конечно, неприятно будет для команды ВП. Алхимик. Команда Virtus.pro видит, что в принципе на ХГ трудно подниматься. Сларк не тот персонаж. Один лишь рак базу не так быстро сносит, если не давать ему заходить. И забирается Алхимик. Но здесь от Na'Vi одна из надежд, то, что там врывается какой-нибудь Магнус на блинке, на скюре увозит с ХГ одного из коров команды Virtus.pro, его быстро убивают, команда идет его спасать, там ультимейт Enigma, и вот это более или менее идеальный файт для того, чтобы подняться на хэйграунд, снести Т3, допустим. Ну да, в принципе, так оно и есть, но Virtus.pro жадный, конечно, с одной стороны пик, но с другой стороны, это же Virtus.pro. Ну, вот меня больше смущает, что у них Crystal Maiden и Рубик. То есть довольно такие, ну, не ассоциируются у меня вот Лил с этим героем. Ну, с Рубиком-то? Да. Он какой-то более агрессор. Вот Слардар, тот же самый Вивер на четвертой позиции. Это вот все действительно Лил. Но все равно Лил — это тот игрок, который нажимает миллион кнопок. Ему без разницы, на ком катать. Он может и на Чене, он может и на Вивере. То есть там, где контроль важен, и там, где, собственно, в принципе, важна только позиционка на вивере. Ну что же, я думаю, стоит нам все-таки представить коллективы из-за Na'Vi. Теперь же Пайкат будет играть на Сларке, Дэнди садится на Магнуса, РМН на Лишракене, самый плотный герой, Бивер на Огремаге и Генерал на Enigma. Ну и их оппоненты, команда Virtus.pro, которая играет, скажем так, за красный угол, за сторону сил тьмы соло. На Crystal Maiden, Рамзес, на Урсе, No One, на Алхимике, Япаша, на Omni-Knight'е и Илья Лил на Рубике. Илья, наверное, один из самых таких ярких личностей у команды ВП. Именно от него много всего можно увидеть не только в Твиттере, там, ВКонтакте. Ну, если бы не он, возможно, бы о ВП столь часто-то и не говорили. Все бы даже
в какой-то момент больше бы их хвалили. У нас же тут будет первая драка, встречают, правда, с КГ, встречают своего противника. Очень больно Сларку Палькату, нужно уходить. И Бивера уже сильно продамажили, но слишком плотно Огромаг Дави его, Огромага, дави, сейчас его должны будут здесь убивать. Сейчас будет снова, пошло замедление, хорошо, пытался вернуться от стана Паша, но не получилось. Роментом спасает своего товарища, и по итогу фраг сделать не получилось. Нагловато шли Нави все вместе, и хорошо, хорошую позиционку занимали Virtus.pro. Ну, не ожидали Natus Winzer, что встретит их столь большое количество игроков команды Virtus.pro. Все-таки обычно, знаешь, как происходит, Алхимик стоит один, а тиммейты его либо по карте рассредоточены, либо там где-то возле Кэриса вот. Но тем временем у нас начинается это самое противостояние в мидлине, где Нуан неплохо просел от Дэнди. Личную статистику сразу же посмотрим. И 131 матч. Против 6. 131 матч. Против 6. Это слушай, можно... а если сравнить винрейты и приплюсовать, то 100% винрейта будет. То есть если бы... Это был Нуан, один человек. Нуан играл с Дэнди в одной команде, то был бы 100% винрейт. Возможно, так и есть. Но что же, безусловно, Дэнди один из опытнейших мидеров вообще в принципе в доте. То есть когда-то, возможно, он в лучшей форме, когда-то не в лучшей, но его опыт на данной позиции недооценивать ни в коем случае нельзя. Паша, если увернется от стана, будет очень хорошо, да, уворачивается. И еще и паунс от Пайката мимо. Просто паунс в окно и не попадает. Так вы, кстати, могли и убить, там все-таки РПЛа нет. Вот он как Нео просто взял одну пулю в сторону увел, другую пулю в сторону увел и ушел в сторону Т1. Да, очень, конечно, грамотный момент. Мув сейчас был в исполнении от оффлейнера Virtus.pro. Вот радуют меня такие моменты. В принципе, я бы не сказал, что там Нави как-то не попадали кастами. Они давали на там ход. Хорошо сыграл Паша. Не стоит ни в коем случае сбрасывать исполнение с счетов. И вот сейчас попытка номер два будет на Пашу. Бивера видно, естественно, и Паша просто по Т1 не получает золото. Единственная проблема, которую он испытывает. А там, кстати, внизу руна Регена заспаунилась, и ее заберет, конечно же, Огромаг. Ну или как он сам себя называет, Огромаджай. Он при этом еще и баунти руны подворовывает из вражеских лесов. Все делает грамотно. Да, и начало у нас опять очень-очень пассивное будет. Проблема, конечно, у команды Virtus.pro будет в том, что слишком много с линии будет выносить, точнее, из леса будет выносить генерал. Генерал просто много денег будет иметь. Паша, репел, тупал. Ну и, конечно же, дэмэджа физического не хватит. Да, его сильно пробивает, но улетает-то он на базу. И понимает, я бы и так стоял без опыта на линии. Ничего страшного не произошло. Да, у нас Рамзес далековато заходит. Все-таки хотели как-то запушить линию, но генерал вовремя вернулся. Но при этом Рамзес понимал, сейчас на боте пытаются убивать Омника, команда Нави занимается своими делами, можно попробовать и погонять генерала. Ну и Совыч у нас отправляется в леса, уже третьего уровня. Конечно, Crystal Maiden медленнее, чем Enigma фармит леса, но все равно также выносит золото. Очень приличное количество. Я чувствую, ты сказал, что эта игра на старте пассивна. Мне кажется, она будет такой на протяжении всего времени данного матча. Команды сейчас не торопятся и очень аккуратно подходят вот к дракам 5 на 5. Мне нравятся игры с Алхимиком, что они заканчиваются столь неожиданно быстро. Потому что буквально одну ошибку допускаешь против Алхимика, и он имеет слишком много денег и уже сносит тебе трон. То есть ты думаешь, что игра-то еще идет, а на самом деле игра закончилась 10 минут назад, когда вы его чересчур забустили, допустим. Ну, что-то типа того. Рамзес. Очень больно генералу-то сейчас на топе. Он пытается уйти в леса, и Рамзес гоняется за Энигмой. Поздновато ли шаг сюда приходит, и генерала убьют. Ну, а почему раньше не прилететь? Ну, здесь Ромен должен добивать Рамзеса. Рамзес еще до конца играется. Хотел быстрее погибнуть, чтобы быстрее восстановиться. Не знаю, почему раньше не летел. Не знаю, почему Энигма раньше стан не давала. В общем, все можно было дать раньше. Конечно, я сомневаюсь, что Энигма бы выжила. Но если бы Ромен прилетел секунду-две раньше... Он бы стан элементарно выдал. И Урсу там еще бы вышка побил. Но в целом можно было работать с этой ситуацией. Здесь же просто размен. При этом получает Рамзес еще и бонус за ФБ. У нас прилетает Савыч в сторону Алхимика. Но, видимо, сейчас будет просто смещаться вниз. Ну и также там еще и РМН на Лешираке. В сторону Ноуана будет выходить. Хороший вижен, кстати, был поставлен.
очень грамотно действует саппорт команды Роженых побеждать. И сейчас будут неприятности Ноуана. Хороший скан от сил тьмы. Браво. Брависсимо. Ну и Ромен просто будет бегать опять же к своим. При этом поблизости находилась Кристал Мейден. Даже если бы этого скана не наблюдалось, в любом случае убить Алхимика было бы задачей крайне тяжелой. Так и есть. Алхимик все-таки с ультимейтом. И его не взять. Ну и вот отправляется Ноуан в леса. Каждые 2 минуты он просто спокойно фармит нейтральных крипов. Много денег он оттуда выносит, плюс ко всему еще и руны богатства можно забирать. И оттуда его не выгнать. Но при этом стоит отметить, что у всех сейчас на карте все хорошо с фармом. Получает свое и Урса, и непосредственно Сларк, и, конечно же, Дэнди на Магнусе. Вот, про Алхимика тут и говорить нечего. А Омнинайта не так много. Все-таки Омнинайта, он не способен выносить столь большое количество крипов, сколько выносит Энигма. Но при этом мы понимаем, что... Там Кристал Мейден получает лишний крипов из леса. Это да. Это да, но у Нави такой пик, что даже в проигрышной ситуации они смогут победить. Да, у них пик, когда все может измениться, даже когда у вас на одной и двух сторон нет. Самое главное дать хорошие ультимейты, чтобы вот эта идеальная драка у вас все-таки случилась. Да, но опять же, у них зато слишком большое время на драке, когда они не могут воевать. В том плане, что КД если будет КД, да, да, ультимейтов, то вряд ли они смогут грамотно принимать команду Virtus.pro. Но там надежда уже на Сларка, который к тому моменту по задумке Нави должен войти в полную силу и даже в соло развлекать противника. Мне в последнее время как Сларк, как Кэрри не очень сильно нравится. У нас ТП-шится, помощь, нападение на Рамзеса, но он просто сбрасывает себя стан и сейчас пытается отступить. На всякий случай Лил. Защищает Лил. Станчик неплохой залетает по Лилу. Правда, вот продолжение будет ли. Да, есть молнии, но дэмэджа не хватает. Лил просто убегает по Т1. Имеется в виду хоум, имеется мельфейс. Лил грамотно отступает, но молнии не отпускают. Ну и вот так. Лил, конечно, пытался спасти Урсу. Возможно, Рамзес даже и выживал, но лучше засейвить, нежели чем не засейвить. Пайкат начинает подворовывать немного статов уж с Омника. Вот эти мелочи, которые по итогу сказываются, что у Сларка 10 дополнительных там ловкости какой-то на линии. Но все равно это там 15 секунд, это слишком мало. Но это сейчас. То есть мы понимаем, что в дальнейшем это одна из тех основных способностей, за которые Сларка и не любит. Ну или же наоборот любит. Смотря с какой стороны он находится. Посмотреть, безусловно. Арканса есть у нас, у Энигмы все уже хорошо по мане, Блэкхол также вкачан, и сейчас в любом файте будет принимать участие Энигма, если это будет файт 5 на 5. Ну и вот Ноуан 8 уровня, уже готовый армлет, и собирается выходить в Радианс, такой классический алхимик. У нас все очень спокойно, все очень по классике, ребята просто пытаются найти свои артефакты на карте и с ними уже проводить какие-то первые вылазки. Да, так и есть, но как бы Нави этого самого алхимика сильно не отпустили. Ты представляешь, что будет делать алхимик под репелом Омнинайта? Будет чувствовать себя абсолютно безнаказанным во время проблема. Соло. Ну, соло покинул здесь вроде бы и должен, хотя есть баф от Бивера на Магнуса. Неужто отпустит, и соло просто уходит на шрайн? А, нет ультимейта у Магнуса, возможно, так бы Дэнди давал. Свою РП. Ну, там вопрос, стал бы тратить он ультимейт в Кристал Мейден, либо же оставил для более опасных ситуаций. И 70 крипов у нас на Магнусе. Дэнди, конечно, очень хорош. Очень хорош на этом персонаже. Давайте вообще переключимся на Нетворсы и посмотрим, кто же все-таки в топе по деньгам. Ну, кто бы мог подумать, что Алхимик будет не в топе находиться. Но Энигма на 1000 обгоняет Омнинайта. Но при этом Алхимик еще не настолько вырвался вперед, чтобы говорить, вот это прям тот самый Алхимик, который выиграет игру для Virtus.pro. Но и обрати внимание, что Сварк 600 монет отставал от Урсы, пока не убили Пашу. Ну и уже отстает на 300 монет, даже на 200. И сейчас начнут они уже и Т1 пушить. Омник пока на боте чувствует себя крайне некомфортно. Но Омника здесь брали, опять же, под файты. Да, он сугубо такой герой поддержки. Два ключевых персонажа — это Урса и Алхимик. А Омнинайт в качестве киллера, помощника. Две медведицы просто фармят леса. У обоих есть клэп. Так, Бивера. Но Бивера не взять, он под жаждой крови находится. Быстро передвигается. Но сейчас будет пуш. Будут ли Нави защищать? Ну а Нави по боту также снесут Т1 вышку, это будет размен. Просто чуть быстрее Virtus.pro появится со своим таргетом на топе, я думаю.
Ну, вряд ли, да, так, чуть быстрее и забирает Рамзес себе башню в копилку. Достается команде Нави, также Тауэр на нижней линии. Ну и по Тауэрам становится 1-1. При этом Virtus.pro стопа отступать не хотят. По-прежнему поблизости есть Лил. Рамзеса прикрывает до последнего. И сейчас встречается с Огром Магом. Можно, в принципе, пойти в сторону Рошана и заставить Нави сместиться. РМН. Да-да-да, все, здесь РМН. Ну, кто бы мог подумать, Глана сбился, по-моему, РМН. Заехал не туда немного. Ну, видишь, предыдущая же игра была за тьму. Он подумал, ну, побегу домой, все хорошо, в сторону базы, поближе к своему курьеру. Так, и за Рошаном заходит у нас Медведица. Рамзес готов забирать себе Аегис. Ну, должны догадываться об этом Нави прямо сейчас. Но нужна помощь еще и от Пайката. Помощь нужна также от Энигмы. И самое главное, напугать им сам Блэкхоллом. Дэнди под инвизом. И Вижена нет у него. А сейчас еще и попытка убить того же Нунчика будет. Либо же... Так, смоук. Тут же смоук спадает, понимаешь? Они должны догадаться. Сейчас... Должны догадаться, ставится сентряк. Но он по-прежнему про Дэнди информации никакой не рассказывает. Да, Рошан падает. Смещаются Нави. Пайкат все еще очень далеко находится генерал. Дэнди был замечен. Дэнди видят. И поймали на телекинезе. Сразу же показывают, что видят они этот инвиз. Дэнди уже очень сильно бит. И залетает от него стан. И просто уходит на скюри. Тут же стан залетает от лишь Рокан. Как же Рамзес четко действует. Он не стал. Он просто не стал выходить. Он видел, что развлекает Дэнди. Что Дэнди вряд ли сейчас будет нападать. Ему надо было отступать. Блестящий просто... Игра от команды. Ты посмотри, Дэнди сейчас чуть на линии не погиб просто от одного каста Омника. Ну, там еще фейтбол Трубика был. От двух кастов получается. От двух кастов, но сам факт. Суппорты убивают. Да, чистый дэмэдж плюс фейтбол с 300 дэмэджа. Это слишком много урона. И Омнинайт выходит в мид. Правильное решение все-таки. Омнинайту крайне тяжело фармить. Очень тяжело фармить, и зачастую он отстает по дигам. Работал, старался Crystal Maiden, тем временем на топе подцепили вроде бы и Урсу, но это все просто для того, чтобы выбить. Все попытки тщетны. Да. Хороший скилл своровал у нас Рубик, называется Empower. Повесил на алхимика, алхимик еще быстрее начинает фармить. Повесил на Урсу, Урса быстрее и больнее начинает бить. Огр контролит дабл дэмэдж для своего тиммейта и забирать будет, по всей видимости, в Дэнди. Нужно это делать чуточку быстрее. Да, тут Паша такой просто, опа, дабл дэмэдж, Роман забирает, и Паша остается не сильно. И разошлись миром. Чуть-чуть побили у нас тут Огра, правда, с одного каста вновь теряет процентов 20 хп. Совсем скоро будет Radiant Sununa. Отпустили Нави, как ты и говорил, от химика вражеского, и вот теперь это уже действительно проблема. Да, при всех равных ситуациях, когда... твой керри фармит и фармит вражеский керри алхимик, то, скорее всего, у него будет больше денег. Посмотри, сколько сентрей у команды Virtus.pro. Не скупятся все? Три, да. Это все 4. Для того, чтобы... еще у них на боте стоит сентрей. Ну, я имею в виду, да, что возле Рошана именно. Тут у нас попытка выйти на Рамзеса втроем. Если Рамзес будет нападать, они его не видят. Они его не видят. А вот Рамзес, конечно же, видит и понимает абсолютно все, что а происходит если на топе. Помощь? А если вызвать помощь и повоевать, все-таки имеется Аегис, пингует туда. Так, Рамзес пошел, влетает на Бивера, тут же раз стан, тут же два стан. Все, остановили Медведя. И Урса не пойдет дальше, понимает, что отдавать Аегис просто так на пустом месте явно не стоит. Но не отогнали оппонентов, в этот момент алхимик фармит мид, и на нижней линии Omninite получает экспо, получает деньги. Но хотя дальше Слар, который не участвует сейчас в файте. Кстати, это Слар, который первым айтемом собрался без сабли. Он не стал выходить какой-то шиба. А я стал замечать, что сейчас Shadow Blade не столь ценен на Скварке, а стали покупать именно саблю. Сабля, потом только Shadow Blade, либо же Блинк. Иногда стали в Блинк уходить. Томника в очередной раз поймали и потратили Black Hole за него. Да, на топе сейчас будет нападение на Лива. Стоило ли отдавать столь ценный сейчас ультимейт ради одного флейнера, который так себя чувствует очень плачевно. Так, нападение. Илью здесь будет убивать. Летит алхимик, летит Урса. Лил просто заманивает. Заманивает. Тут Бивера нужно уже отдавать на съедение противнику. А вот Рамзес расправлялся с Мишраком, да. Ну, минус 2 в исполнении команды Virtus.pro. В принципе, размен получается 2 в 2. Возможно, этот файт был проведен столь удачно, потому что Паша дал информацию, что отсутствует
на Black Hawks. Крис Поляри. Типа поймали в очередной раз Омника. Очень ему больно. Паша здесь, возможно, даже и погибнет. Дэнди его отпускать ни в коем случае не должен. Но прилетает сюда, кстати, еще и Лил. Подходит Рамзес. Здесь же соло. Но а Пайкат продолжает драться. Ультимейт от Кристал Мейден пытается Пайкат убить ее, но погибает под этой снежной бурей. Ну как же все-таки хорошо действует Пайкат. Возможно, он, конечно, мог спокойно отступить, но был шанс убить еще и Лила. Но Лил там грамотно сам все сделал. Как же вообще отлично играет наши коллективы. Ремена остановили, Ремена убили. Пытался деревом закрыться, такое чувство. Но говорит, отстань от меня, я с Гринпис. Посадил дерево, но не тут-то было. Блиндагер появляется у Дэнди, и сейчас мы увидим, что ситуация именно по контролю карты, потому как передвигается Virtus.pro на стороне Дайра. Радианты принимают бой. Но проблема в том, что алхимик-то у Virtus.pro, и он просто фармит, ему выход в лейт только в радость. Но ему все-таки он, я бы не сказал, что он сильный лейт. Алхимик, он любит... его быстро приближает, да, для всей, да, команды. И при этом здесь ему есть кому подарить Аганиму. Да тут всем. Да. Всем даришь Аганима, и они везде становятся смотрятся сильнее. Очень классно. Да, есть такие Аганимы, которые прям не смотрятся, а здесь и на Crystal Maiden, и на Рубике, и на Omni-Knight, да даже на Урсе той же смотрится очень и очень хорошо. Ну вот как раз таки видишь, что это ты Урса в последнюю очередь ставишь. Мне кажется, Урса это первый товарищ, кому достанется Аганим в этой игре. Но либо Omni-Knight. Все-таки Omni-Knight крайне приятно. Omni-Knight должен стоять позади, когда будет расколдован ультимейт от Магнуса, ультимейт от Энигмы, ты должен стоять позади. Размен по вышкам, но Virtus.pro справляется с задачей чуточку быстрее, нежели это делают Na'Vi. Ну как чуточку? Секунд на 5-6. Ну и Na'Vi ни в какую не хотят воевать со своими оппонентами, постоянно избегают эти ненужные Black драки. Либо же Virtus.pro избегают, тут непонятно. Black Hole кдешится опять же у Enigma, и торопиться некуда. Нужно драться со всеми силами. А когда у вас нет одного из ключевых спылов на драку, лучше уж пытаться заниматься сплитом. Летит Shadow Blade в схватку. Сейчас будет нападение на Пашу. Паша рефл тп. Вот в этот момент погибает Лишрак. Паша. Паша погибнет. Пашу не отпустит, естественно, здесь. Да, он еще выиграет немного времени. Все-таки пассивка в единицу. Она работает, пытается мансить, но никуда не деться. А флейнер на суппорт, если мы рассмотрим карту глобально, в целом это плюс для Na'Vi, естественно, но... Алхимик. Пока вы воюете, алхимик фармит. Пока вы пушите, алхимик фармит. Он всегда фармит. Пока вы фармите, алхимик фармит. Лучше, чем вы. Вот в чем дело. Да, за крипов он получает все-таки... Ну, за нейтральных, за энжентов он получает плюс 50% примерно, а вот за всех остальных он чуть ли не в два раза больше золота получает. И ситуация для Omni-Knight очень печальна. У него все еще нет Мидаса, в то время как у генерала уже Мидас и готовится к ГБ. Тем временем у нас подцепили алхимика, возможно, все-таки первый раз его убьют, и в целом все расставали очень быстро. Да, все-таки, когда алхимик без ультимейта, дэмэджа на него хватает. Ты смотри, там же еще и Огрмаг поймал бедного Урса. Урса, поймали Омника. Да-да-да, Паша, а Пайкат-то застрял в лесах, конечно, не знает Virtus.pro об этом, но сейчас откадешься паунцы, можно в прямом смысле слова Акелла промахнулся и перелетел. В прямом смысле паунс в окно? Да. Паунс на ХГ. Black Hole все еще имеется, но нет ультимейта у Магнуса. Virtus.pro пытаются немножко у нас агрессию навязать и выйти на противника, поймать, возможно, Дэнди, но на вражескую территорию не пошли. Пайкат же сейчас будет собирать и Silver Age. Как же все-таки становится в разы сильнее кэрри милишник, когда он находится под бафом Магнуса и Огромага? Это машина смерти. Почему банят сейчас практически всегда и Огры, и Магнуса? Особенно, вот конечно, красиво причине. Смотрится с Джиггернаутом, наверное, самый вот наглядный показатель. Да, но я думаю, на сварке тоже очень хорошо. Все-таки, в принципе, он также милишный, герой ловкости, дэмэджа много. Да, критов встроенных нет, но все равно. Ну и вот Магнус с блинком готовит покупку БКБ. Остается буквально 1000. Ну и Virtus.pro не хотят идти в мид в открытую драку. Понимают, что есть блоковый противника. Пайкар же занимается пушем и в целом зарабатывая деньги. Он еще и линии толкает. На топе Т2 немножко рассыпается. А самого Сларка поймать уже не так-то и просто. У него слишком много инвиз. Да, Shadow Blade, и спокойно он там может
еще и сам кого-то найти. Ну, и нападать на Рамзеса очень опасно. Ему бы искать каких-то Crystal Maiden и Рубиков. Да, ему все-таки надо убивать именно вот этих персонажей. Это лакомый кусочек для него. А Omni-Knight покупает себе наконец-то Мидас и теперь выходит уже в механизм. Мека слишком поздно, конечно, будет, но лучше поздно, чем никогда. Ну, с учетом того хила, который и так дает Омник, вкупе с ним, вкупе с неуязвимостью к маг-прокастам, там он слишком много будет выдавать своей команде продолжительности в файте. То есть лишние даже 2 секунды выигрываешь, это уже очень много. Так, ну и 7-7 счет на 20-й минуте. В принципе, очень такая, опять же, равная ситуация. БКБ вот он на Магнусе и иллюзии на Алхимике. Выход во вражеский лес от команды Virtus.pro, и по боту сейчас, возможно, пытаются толкнуть линию, также дойти до Т2. По всей видимости, драки нам не избежать, потому что уж слишком сконцентрированы сейчас на напали, нижней линии. Напали уже на Эрмена. Эрмен погибнет, так ничего не сделал. Вторишь, вот полярите от Магнуса! Как ты это делаешь, Дэнди? Рамзес должен убегать, но его не отпустят. Ультимейты тебя не спасут. Попытка добраться до Шрайна здесь никак не обернется успехом, и Рамзеса также убивают. Как же Магнус хорошо отыграл Дэнди, просто браво. Все теперь, те, кто говорит, что Дэнди не выигрывает, Дэнди не тот, должны пересмотреть этот момент. Да они будут говорить, да Дэнди просто повезло, вот это вот начнется. Но повезло за счет того, что на варде стояли. Ну и ВП один раз подставились. Но мы точно такую же ситуацию вот видели на предыдущей карте. Втроем находятся, и Дэнди поймал. Там такое поймал. Чувство, в какой-то момент Рубик вот буквально за секунду до сказал, ребята, что-то не так, и шаг в сторону, но было уже слишком поздно. 100-килограммовая туша Магнуса уже была рядом. Да, минус 4 в одного РМНа. Ну и Пайкат собирает Скади, нашел Нуана, кстати, он его может и убить, все-таки там ультимейт-то в КД, манты нет и погибнет, хотя не попадает Пайкат паунсом, ну, и промахи работает. Он нет, такое чувство, я не знаю, там нужно откалиброваться товарищу, свой прицел, потому что он каждый раз промахивается паунсом. А, в этом плане, да. Я думал откалибровать вот эти аккаунт. Вот дотеры все сразу, вот аккаунт. Ну откалиброваться же. Так, ну и 22-я минута, 11-8. Повезло команде Na'Vi еще в том плане, что Black Hole-то они не потратили, и Virtus.pro все еще боятся-то с ними вот так вот стенка на стенку идти. А к тому моменту, когда дойдет дело до Black Hole, там уже и респалерити подтянется от Магнуса. Вот-вот. Но зато у Паши почти готовая мека. Остается 4 сотни, и с мекой уже будет чуточку попроще. Хотя как попроще, если они также будут втроем вставать под ультимейт Магнуса, то проще не станет. Мека не поможет, если ты не успеешь ее прожать, вот, собственно. Вот-вот. Вот сейчас должна быть хорошая драка, казалось бы, для команды ВП, но ультимейт Магнуса опять готовый, еще и у Скварка появляется диффуза. Проблема в том, что вы в любом случае попадете либо под Black Hole, либо под респалерити Магнуса. Так, идеально сделал, Транзе запрыгнул, есть респалерити, но Дэнди очень битый, нужно уходить Магнусу, спасаться, бежать на Шрайн. Снова очень много дэмэджа вносит через ультимейт свой, сейчас будет Black Hole. Black Hole по двум целям, неплохо. Дальше что? Погибает Рубик. Но Пайкат-то живой, Рамзес Соло живой. Завезли к Рошану, и Соло выживает благодаря этому блоколу. Бивера здесь убьют, и размен 2 в 1 пока только. Ну и Рошан достанется команде Virtus.pro. При хорошая этом драка. Были потрачены оба ультимейта, байбек от Огра. Но вы не успеете же Рошан забрать, ребята. А Пайкат должен залетать прямо сейчас. А зачем байбек был? Но у меня действительно нет объяснения. Либо они не ожидали, что Рошан так быстро упадет, но там же Руса. Надо было сохранять байбек. Мне понравилось, как действует команда Virtus.pro. Дэнди ни в коем случае не стоит находиться где-то на острие атаки. Он должен позади всегда быть. Да, как он, собственно, неожиданно врываться. Вот если бы там находился сугубо Пайкат, прыгнули бы на него, и потом уже залетел Магнус, все могло сложиться абсолютно по-другому. Байбек Огра я вообще оставлю без комментариев в данной ситуации. Но у него и так денег нет. Его единственная сила это в том, что он дает баф. Больше как бы... Круто. Говорит, блин, команда, 20 секунд без моих бафов. И баш катит. Еще будет баш. Пайкат нажимает свой ультимейт. Подходит Огромак. Хотят выбить Аегис, но Бивер, судя по всему, погибнет. Да. А тут уже приходит. Беги, Пайкатушка, беги. Кричит ему Бивер. Ну и после байбека погибает Огромак.
А Тогромага мы только в Ордоху 40 секунд без бафов Огра. Нужен еще один байбек. Да, ну что это такое? Ну как? Ну зачем вы это делаете? Ну отличный ультимейт от Соты. Просто посмотри, как же он там заставил выйти из Рашпита Пайката, Дэнди. Драка растянулась, и когда драка растягивается, то это, скорее всего, проигранный файт для команды Na'Vi. Ну и действительно, Black Hawk просто засосал. Вот именно новая анимация Black Hawk, когда вы кружитесь не по кругу, ее тут нас зацепили алхимика. Алхимика там могут убить, да, но есть защита, и просто играет с Эрметом на развороте, дает баночку, алхимик живет, все, еще сейчас будет ультимейт на развороте. Проблемы у команды NATO Свинтер. Битый уминает. Уминает ТВР, но РМЗС бежит. Хоть кого-то надо догнать и убить. РМН пытается улететь. РМН сбили ТП. И файт один в один. Но определенно драка за командой Na'Vi. Но минус РП. И минус БКБ. Да вот. Ну, РП если появится, то БКБ уже столь долго не будет. Энигма прожимает БКБ, что опять же в минус для Na'Vi и в последующих файтах будет куда проблематичнее переживать каст со стороны Virtus.pro. В целом здесь все еще не закончилось, и для Virtus.pro есть шансы, и для Na'Vi по-прежнему работает их прекрасная комбинация, которая актуальности не потеряет никаких минут. Ну что, у вас слишком мало итемов как-то, я вот не знаю, куда он все свои деньги-то вложил. Что-то на Crystal Maiden обычно же больше, да, нападение, но вот за секунду... По всей видимости, бывает. В Сларка вкладываю деньги соло. Ну и у Сларка еще 15 стаков, и в любом случае сейчас с ним нельзя воевать. И Сларк устремляется в сторону Скади. Его взор уже маячит на данном артефакте, и остается ему там буквально 3000 золота. Да, Скади штука хорошая на данном персонаже, да и не только на данном персонаже, а на многих. Но скажем не стоит так, забывать. Скади это артефакт, от которого не откажется никто абсолютно в доте, наверное. Да. Все-таки много статов дает, плюс возможность замедлять. Не стоит забывать алхимика, который сейчас купит Кирасу, и после этого, я думаю, уже задумается о покупке аганимов для своих тиммейтов. И судя по тенденции, скорее всего, Урса и либо же... Хотя можно и Рубику отдать. Если Рубик сворует два ультимейта, это РП и Black Hole, то это будет обязательно в хайлайтах. Ну, я думаю, что все-таки Урса и Омник в первую очередь сыграют на сейф. Это будет, скажем так, в стиле Virtus.pro, по крайней мере сейчас, когда они стараются не рисковать даже в ситуации, когда они доминируют на карте. Ну и алхимик у нас берет по талантам больше на выживаемость. В принципе, я думаю, на 15-м все-таки важнее взять к атрибутам, когда ты в качестве кора выступаешь. Ну и на 25-м, я думаю, там аджор появится. Да, безусловно, вампиризм это куда будет для него полезнее. И тем более, к тому моменту, вполне вероятно, алхимик задумается уже о том, чтобы перестраивать свой айтем-билд. Но все-таки ты уже все выформил, ты все всем уже доказал, подарки своим близким сделал. Можно подумать о себе, о своем будущем. Ну и вот тот самый Магнус, который взял дополнительный процент к эмпауэру. Очень приятная штука. Урса все еще 17-го, проблемы у Рамзеса видны. Так, нападение на Рамзеса сейчас будет. Ну и Рамзеса моментально убивает, такое чувство, что... Но сейчас будет ли драка, да, судя по всему, должна быть драка. Рамзес, ультимейт, не успевает нажать, только сейчас ультимейт от Ламинайта, но там имеется диффуза, Как же быстро погибает Урс, это просто кошмар. Пайкат устремляется вслед за соло, вновь не затягивается паунсом, но слоу. Да, 3 удара, 24 стака у Спарка. И ВП. ВП-то могут проиграть сейчас. 40 секунд без Урса, да. Если они сейчас подставляются, если погибает алхимик без байбека до возвращения Урса, это будет очень печально. Это действительно будет очень печально. Т3 упадет. Как защищать? Да, имеется глиф. Но там же диаболики. Диаболики страшная сила. Пытается выиграть время у нас Лил, но это не особо пока что помогает. Т3 упал, падает рейндж брак. Диаболики, вот они. А там уже и милишный сейчас будет рассыпаться. Прилетает вроде бы у нас алхимик и отступают Na'Vi. Боятся. Кстати, алхимик Шиву убил. Шива штука, конечно, приятная, но... Пайкат восстановил все здоровье. И просто райт-кликом слотить барак отступить. Нужно после этого сразу же отступать. Но прыгают за Рубиком и пытаются убить Лила. Еще один удар. Лил с байбеком. Паша отступать. Ошибается. Паша не засейлся. Его тиммейта прилетает. Энигму убили. Не будет Бакола. Убивает соло. Также Дэнди. И Дэнди по-прежнему жив. Но есть ревиз полярити. Но не самый удачный. Не самый удачный РП. Пытаются убить у нас алхимика. Алхимик все еще живет. Покажите Сларка, сколько стаков на Пайкате по ловкости уже.
уже 31 пытается Пайкат отступить, но его здесь не догнать. Его не догнать. Да стоит ли его догонять, вопрос, с таким количеством дэмэджа, который сейчас уже Сларк будет носить. Все равно на плюс Кристал Мэйден на Энигму. Широка. Подожди, там погиб еще Лил. То есть нужно это понимать. Да-да-да, ладно, еще Лил. Еще Лил погиб. И в целом это прекраснейший размен для Нави. Ну там Паша как-то не доиграл в том моменте. Паша то ли в другую сторону смотрел. У него и хил был, и репел, и Гвардиан Грифс. Он ни то, ни другое не нажал, только после смерти. Но при этом нужно понимать, что для команды Virtus.pro потеря одной стороны не страшна. А вот то, что Рамзес сейчас может погибнуть в вражеских лесах, это очень печально. Потому что Сларк справляется с ним слишком быстро. Понимаем, что стаки по-прежнему на Сларка действуют, и Пайкат набирает преимущество еще больше. Прилетают все на шрайн. Здесь же есть Энигма, генерал, но не дотягивается, и Блэк Холла так не будет. И по итогу погибает Паша, но выживает Рамзес. Пайкат, знаешь, он постоянно подпитывается, у него еще и скади появляется, и там уже сумасшедшие какие-то цифры. Да, его вот так вот, Нави, как бы говорят всем, что мы готовы побеждать. И сейчас можно Шрайн, к примеру, уничтожить. Пайкат уже никого не боится, бегает с гемом, естественно. Да там 2500 здоровья, 2 инвиза. Прекрасное состояние для Сларка, и сейчас он еще А если вы будете группироваться, его пытаться убить, там ультимейт Энигмы, там ультимейт Магнуса, и просто похоронит вас. Ну и Нави продолжают давить. Нави понимают, что сейчас они сильны, они должны драться, они должны завоевывать карту, они должны загонять противника на ХГ. Нужно снести Т2 по боту, иначе мег-крипов вы никак не сделаете. Но, по всей видимости, Нави просто устремляются на вражескую базу, хотя драка у нас происходит под нижним шрайном Дайр. Не самое лучшее решение принимать. Ну ты посмотри, что происходит с Рамзесом. Просто изничтожает Пайкат. У него не падает количество статов сворованных. Вот только сейчас начинает падать, но сейчас также будет и обновляться. Конечно. Богоподобие уже у Пайката. И генерал не чувствует дэмэджа от... Бэкхоу по двум ключевым героям. Ультимейт от Омнинайта. Есть защита, но впивается в Нуна. У Нуна проблемы. Проблемы также еще и у Рамзеса. Рамзес после байбека, не забываем. No One дерется до конца, но слишком много стаков у Пайката. Пайкат вынужден отступать. Омнинайт, потому что дает хорошую защиту. И драка-то выиграна командой Нави, но при этом они отступают. Ну и сейчас главное никого не потерять. А вот потеряет они Бивер. Ну отдайте его, продайте. Что у нас Сларк выбрал на 20 уровне по талантам? Там у него где-то есть вампиризм, по-моему. Но вампиризм который у него ему необходим. На первом уровне. На 10-м смысле. Сейчас нападение на Пайката, и Пайкат нападает на Рамзеса, и Рамзес погибает. Да. Слишком легкий фраг, 32. Стоит. Просто я смотрю, он бьет алхимика, и как бы здоровье его не восполняется. Ну, 10% вампиризма это не так много. Ну как, у тебя 300 дэмэджа, 30 хп. Ну это если ты 300 дэмэджа наносишь, а у алхимика шива. То есть ты наносишь там буквально по 150, по 15 курса. Так, ну и заход сейчас будет на ХГ, потому что Рамзес без байбека, 60 секунд его не будет. Но, судя по всему, Нави-то заберет это. Ну, еще рано об этом говорить. Опять же, расслабляться ни в коем случае нельзя в первую очередь команде Нави, но Пайкат очень уверенно сносит Т3. Да, его пытаются убивать, да, все в него просто вбрасывают по дэмэджу, но он моментально восстанавливает здоровье. Ну что, Эмпауэр? Да, Эмпауэр взял. Кстати, Дэндику лучше не отдавать. Эмпауэр лучше Шоквейв там и Скивер давать, но... Не баф для Магнуса, не баф для Урса. Пайкату очень больно, и нужно понимать, да, нет аегисов каких-либо, они просто вот играют на способности Сларка претерпевать и быстро восстанавливать здоровье. Да, уже Рамзес появляется, там, кстати, пингует, что лежит гем, видимо, Дэнди котает. И заход на Рошана. Все верно, ну а команда ВП не смогут там ничего сделать. Туда лучше не суваться. И у Магнуса почти готовый рефрешер, остается совсем чуть-чуть. Ну и тут можно даже не беспокоиться о каких-либо байбеках Т2 еще снять. Ну и в МКБ выходит на спайкат, все-таки эти промахи действительно мешают. Ну и вот первый агоним. От No One вопрос только к кому. Ну, в нынешней ситуации, скорее всего, Паша. Ну, у Паши еще ультимейт в КД. Вполне возможно, чуть ли не последняя атака у нас сейчас от команды Нави, если она пройдет успешно для них. И заходят они через топ в инвизе. Но там стоит Vision, там стоят Варды, и на Эрмена сейчас можно бы быстренько на него напасть и убить. Да, видят, что там имеется Варды. И команда Virtus.pro также все понимает. Минус Т3.
Ну и сейчас будут также минус бараки. Пайкат, конечно же, без того количества статов. Они уже спали давно, он не дрался с товарищами. И Рамзес под репелом, возможно, будет запрыгивать драться. Начинать драку сами Virtus.pro будут вне предела своей базы, но не рискуют. Да, стаки спали со Сварка. Это, возможно, единственный плюс для ВП. И пауза. Пауза, пауза, пауза. Очень, знаешь, такая опасная пауза. Опять же, сейчас как бы ритм не сбить друг другу. Нави должны быть в прекраснейшем настроении, и не сбываются твои пророчества-то, Ванга, ты наша. Какие? Ну, ты говорил, что вот проигрывают, если Нави такую сложную игру, да? Ну, в принципе, может, и сбудутся. Ты сказал, что за 30 плюс минут заканчивается вторая карта. Правда, не 2-0 будет счет. Пока Нави уверенно идут к тому, чтобы эту карту себе положить все-таки в копилку и свести все к полноценному best of 3 к 3 картам. Но сейчас упадет у нас нижний тауэр, Т2, все-таки не будут ВП дефить. Ни в коем случае с базы выходить нельзя. Надо по максимуму отключить линии, и только после этого уже... Я бы сказал, что сейчас Virtus.pro играет от плохих ультимейтов Na'Vi. Вот если в Виспалярите Black Call будут неудачными, тогда можно попробовать в ответ что-либо предпринять. Я думаю, что если будет третья карта, мы увидим на первом бане Магнуса. Но слишком сильно Магнус плюс Огрмаг на мили. Почему мы все время наблюдали это как раз таки в банах? Вот по этой самой причине. Не из-за респалярити, а именно из-за бафов. Да-да-да. Вот смотрим на этого Сларка. Никакого дабл дэмэджа у него нет, но при этом... Только что исчез дабл дэмэдж. Да. 400 дэмэджа у него имеется. Это еще все под эмпауэром, соответственно, сплэш дэмэдж. Очень трудно. Тут даже если Na'Vi